Если говорить об идеологии как таковой, то она бывает разная в разном укладе. Дореволюционном, советском и том укладе, который мы получили последние 20 лет. Но единственное, что я могу сказать, и сказать со всей ответственностью, то, что поколение, которое идет за нами, поколение, начиная от 12 и примерно до 30, они даже не понимают, какие у них существуют в жизни ценности. И мерилом вот этого всего уклада вдруг стали деньги. И это для меня означает только одно, что страну из производителя превратили в страну потребителя. И это все.